сейчас. Смотрите. Аскатик. Аскатик. Привет. Thank you.
вот там до сих пор стоит. Дерево не свалил. Что за вздор? Вон еще один есть. Он перегрелся, о, что ли? О, все. Что такое? Что, ему конец, что ли? Говорит, типа ремень оторвал или что-то подобное. Говорит, ремень оторвал, что ли? В очереди еще один. С оторванным ремнем ездить можно? Вообще крутяк, да? С оторванным ремнем. О, буксует один, вон. Буксует, буксует, буксует. Буксует. Все, все. Все, не поедет никуда, как его соперник. Вот он, а вот его соперник. Ну, а мы пока прервем видео. Хотя прерывать нельзя. Тут такой момент случился. Все, сдох. Все. Вагон на очереди несется его соперник. Нет, я не могу оторваться от этого. Уходите. Ну, все-таки на это тоже посмотрите. Едет, он едет. Он проехал, хотя не сдох, походу, а сдох тоже едет. Нифига, да он чуть народ не задавил. Если что, камера это не моя камера, хотя она тоже плохо работает. Погоди-ка. Не, лучше не стал. Ладно, тут мы прервем видео. Ну, мы пока продолжим. Вот, это обычная камера. А вот так это самая дальняя. Вот так самая ближняя. То есть, наоборот. Родители, забирайте сюда. Короче, вы поняли. О, на очереди соперник. Соперник. Ремень оторвало не у них, а у вот этого чела. Опять сдохли вон. Еле-еле катятся. Воу! Объезжает. Можно один вопросик задать? Че, так можно, что ли? Но это вообще не по правилам. Вон, ехал-ехал. И в итоге сдох. Вон, крыша видна. Вон там крыша, короче, все осталось. Все, от него ничего не осталось, кроме крыши. Будем наблюдать за дальше происходящим. Видео пока мы прервем. Вот еще один. У него капот стучит. Это те, у кого ремень оторвало. Сейчас тоже сдохнет, как его соперник. Валяется там.
Сейчас вы эти все деревья повалите, как будто придавите и все. Вот и сказочки, конечно. На своем канале говори, окей? Окей. Так. Пока прервем. Ладно, мы продолжим. Вон, из этой машины скоро лодка будет. Вон буксует лодка наша, буксует. Вон буксует, как-то пытается выбраться. Вон на подходе. У нас теперь один участник остался. Это тот, у кого ремень оторвало. Все. Почему не участвуют? Почему участвуют такие машины? Только как вот это или вот это, которое плавает. А вот такие, как Танива, не участвуют. Странно как-то. Ой, погодите. Вот так лицо, наверное, лучше видно. Будем продолжать дальше. Или прерву. Скорее всего, прервется видео наше. Это те, у кого ремень оторвало, да? Да, это они. У них капот вон трясется. Они чуть дерево не разрушили. Что я вам скажу. Наверное, в этом озере, как, ну, не знаю, как вы думаете, но я думаю, что в этом озере, чем грязи и тины, наверное, уже больше мазута с машин. Вон, уехал по горам, по долам, проехал, уехал. Нифига, какой у них маленький круг. Вы как думаете, вот это вообще можно кругом назвать? Вот значит, они едут, короче, вот здесь, по болоту, потом вон по той горе, туда уезжают дальше, вот так возвращают, круг делают небольшой, и приезжают сюда снова. Не, ну вообще, да? Честно, это уже не моя камера, это тот дым. Да-да, это вон тот, вон тот, вон тот. Вон тот дым, вон тот весь. Ай, рука чешется. Ну, а длится эта гонка очень долго. Один игрок в игре и все. Сейчас, погодите, у родителей одну вещь спрошу. Второй игрок поехал! Давай! Сейчас ниже спустимся. Это вообще как орлы на небе уже. Пойдем мы домой уже у родителей, потому что, ну, я не знаю, как вы, но я на игру одного игрока смотреть не хочу. Ну, не знаю, как вы, но мне это не интересно. Ну, вообще.
Мне интересна только одна вещь. Нет, не одна. Две, ну, может, потом еще будет несколько вещей интересно. Первое. Они на эти машины не могли приделать замки капотом. Ну, замки это так. Хотя движок может отказать, и это тоже. Блин, сейчас, погодите. Так, наверное, лучше видно. Это первое. Ладно, проехали. Ну, хотя это тоже важно. Движок заглохнет и все. А второе. Ладно, по простой дороге может с оторванным ремнем и можно ездить. Но с оторванным ремнем на колесе это вообще машина может не работать. Это во-первых. А во-вторых, она ездит еще по воде и грязи. Это нормально вообще? А? Гонки закончили. Хотел вопрос вам задать один. Да, думаю. Да, вы все равно узнаете ответ в самом начале видеоролика. Ну, задам все-таки. Сколько это видео длилось? Ну, вообще эти гонки. Так как я заканчивал видео, это уже, наверное, минут 20 длится. Сейчас, погодите.